Вот мы сейчас посмотрим. Посмотрим, как убивать эсминца. Вообще, это реально убить эсминца. Без бага. Даже по крейсеру трудно попадать. Даже по крейсеру трудно попадать. Я прожимаю уже просто по привычке. То есть, Не, ну по боту рельсоходному, да. Не понял. А где истребитель? Найс, истребитель не запускается. Прекрасно. Найс, найс, истребитель не запускается. Какая чудесная обнова. Истребитель, ты будешь не пускать? Так, эсминчик, где эсминчик? Там Широксу идет. Я не видел, где он последний раз на карте был. Так, истребителей у меня нет. О, прекрасно, отличная игра. Тихо. Ну ладно, эсминца нету. Рукожоп ничего нормально сделать не могу. То, что я попадаю по линкорам и крейсерам, это все фигня. Тут
крейсера не особо вертлявы. Не особо хорошо крутятся. Ну, про линкоры я вообще молчу. Где эсминцы-то? Я никак понять не могу. Ну, не хватит урона, по-моему, на... Очень странный эсминец вражеский вообще куда-то пропал и все. Если там нормально сидит чел, то я его не убью. А, вот он где. Давайте смотреть, как мы будем убивать эсминца. Но он по рельсам идет. Подожди, что произошло? Почему я его сейчас... Я его, короче, должен был убивать. Но он рельсоход, это... Это вообще не показатель. Пипец, короче, а не обнова.